Wunderbar. Ja, ja. Nehmen Sie Platz. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. Guten Tag. Sprechen Sie Deutsch? Bloche, wenig. Nehmen Sie Platz. Ihren Namen? Mein Name Krotow. Noch einmal. Krotow. Gut. Gut. Bitte den Patienten vorbereiten. Jawohl. Bitte. Bitte. Ich lehre Sie normal sprechen. Я научу вас нормально говорить, Кротов. Es wird wehtun, Кротов. Вам будет больно, Кротов. Herrliche Schmerzen. Очень больно. Sind Sie bereit? Вы к этому готовы? Ja. Да. Ich schalte den Strom aus. Как только вы нормально произнесете Кротов, хоть одно слово, wenn я буду Sie выключать ток. Normal sprechen. Haben Sie verstanden? Ja. Alles fertig. Danke. Name? Krotow. Name? Name. Кротов. Name. Name. Noch einmal. Кротов, мать вашу, так. Ihren, Кротов, Ihren. Остановите в сберкассе поселка!
Когда и сколько снял со своего счета Гончаков Михаил Иванович? Взял ли наличными или положил на кредитив? Пока мы будем осматривать квартиру Гончакова, выясните это, ясно? Ясно. А санкция? Есть санкция, есть. Чай мешал и щи хлебал. А ведь зиму не топилось. Ага. Скажите, в последнее время к дому никто не подходил? Нет? Нет. Одни собачьи следы. Если мы не нужны, можно идти. Значит так, товарищ полковник, отпускаем? Отпускаем. До свидания. Ничего нет. Ну и что будем делать, майор? Да, ехать надо. Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору? Обращайтесь. Ну что у вас по сберкассам? Я узнал все. Значит так, Гончаков снял со своего счета 93-54 12 тысяч рублей 10 октября прошлого года. В этот же день он положил на 3 аккредитива 7 тысяч. Значит, за номерами 643-52, 643-543, 644-542, серия 043. Какого числа положил? Так 10 октября. Вы все это наизусть выучили? Да нет, у меня просто память такая. Я вот передовицу прочитаю в газете и могу сразу всю пересказать, буква в букву. А вот хотите слово? Могу любое слово наоборот сказать. Ну, говорите. Экспроприация. Яйцеир порпская. Силен. А это не просто, правда? Да, молодец. Простите, можно я присяду? Пожалуйста. Простите. Возник вопрос. Ну, года 3 не был в Москве. Ну, сами знаете. Просто хочется вот иногда вот... А ну, поднимите руку, сержант. Какую? Левую. Пожалуйста. Опустите. У вас Портовая улица есть? Нет. В городе? Есть, есть. Город Нардын. Улица Портовая, 12, квартира 7. Д. Журавлевой. Число не видно? Неразборчиво. Надо Журавлеву срочно найти. Так, Портовая, 12, квартира 7. Посмотрим справку. Журавлев Роман Кириллович, ветеринар, 39-го года рождения, образование среднеспециальное.
Жена Диана Савельевна, 1946 года рождения, образование высшее. Погодите, про образование. Диана, сокращенно Дина? Угу. Ну, Гончаков, Дина. Первая любовь, что ли? Это имеете в виду? Да. Да никакая это не первая любовь. Первый раз замужем. Считаете, что любовь без женитьбы невозможна, что ли? Какая-то любовь, половство одно. Ну, а вы сами-то как? Раз женат, значит, люблю. Надо мне вас в Москву забирать. Заберу, право, заберу. Думаете, соглашусь? В Москву-то? Да, ни за что не соглашусь. У вас там человек, как иголка в стогу сена. А у нас в провинции, если уважают, так уважают. И почет тебе, и квартира без очереди, и кухня, вон, 8 метров. Вон у меня Ахундов работал, по распределению попал. В горах, родился в горах, в деревне. И нет домой, ни в какую. Уехал. Капитан уже. Ну, а говорите, вас уважают. Собачимся. Хочу, чтобы соседа корова сдохла. Майор, на что замахиваешься? На себя, на кого же еще? Так, Диана Савельевна. Журавлева тоже, между прочим, ветеринар. А как ее девичья фамилия? Что думаете, на пару с мужем разобрали меню и в мешок? То есть, как это, я не знаю, Миша Гончакова. Михаил родом из Весьегонска. Проходите, пожалуйста. И мы тоже оттуда. И мы просто, здрасте, соседствовали с ним 10 лет. Дианочка, товарищи из милиции интересуются Мишей. Да. Мы тоже, кстати, им интересуемся. Да. Еще осенью обещал передать посылку маме, так и не передал. Ну, он что, не писал вам с тех пор? А он письма никогда не писал. Он телеграммы посылал, извините. Так, два слова и все. Образованием не замучен. А в чем, собственно, дело? Почему вы интересуетесь Мишей? В тюрьму он попал случайно, вышел, работал. А у него родных нет? Ну, почему? Отчим у него. Но он с ним никак. Тот вроде был груб. И, в общем, Миша его винит в смерти Аграфины Васильевны. Это кто, мать, что ли? Мать. Мама. Обиделись на слово «мать». Меня тоже коробит. Но позволю вам напомнить, название романа Горького кажется нам прекрасным. «Мать». А вам не кажется, что слово написанное и слово сказанное разнятся друг от друга? Я замечал это и согласен с вами. Но мой коллега никак не хотел обидеть память покойной мамы вашего друга. Простите. Просто мы привыкли говорить языком протоколов. А в протоколе, увы, слово «мама» не значится. Извините, да. Как и папа, впрочем. Совершенно справедливо. А пришли мы к вам вот с каким вопросом. Когда вы в последний раз видели Михаила Гончакова? Что он вам говорил о себе, о своих планах, о друзьях? Вы объясните, в чем дело. Иначе вспоминать трудно. Вот если я вам объясню, в чем дело, вы как раз и напутаете все. Но... Позже я вам все доложу. Ничего не понимаю. Диана. Гражданка Журавлева, вы вернитесь, пожалуйста, в комнату. Мы с вами не в ладушки пришли играть, а работать. Дина, действительно... Если желаете, могу вас официально вызвать. Успокойся. Так, я к вам и пришла. Садитесь. Пожалуйста, успокойся, иди сюда. Интересуется Мишей. Прошу, извините. Чего ты взял, что я неспокойна? Чего ты взял, что я неспокойна? Сядьте, пожалуйста, рядом с вашим мужем. А мой коллега будет записывать ваши ответы. Рассказывай. Почему я? Ну, рассказывай. А я буду дополнять все, что не так. Пожалуйста. Последний раз мы видели Мишу, когда он улетал в отпуск. Он позвонил днем и обещал зайти к вечеру. Пришел. Какое время, не помню, уже давно было темно. Да, Дин? Какая разница, господи, правильно. Вечером. Еще снег пошел? Да, дождь пошел. Да, верно, дождь. И он спросил, не готова ли посылочка для мамы, а днем мы не успели сложиться, я быстро стал собирать. А вы где были? Это кого спрашивают? Это вас спрашивают. Вы когда пришли? Я не помню. Ну, как не помню? Когда я пришла. Я не помню. В каком настроении был Гончаков? Мрачен, весел, может, пьян? По-моему. Нет.
Я, во всяком случае, не заметила. Нет, ну не пьян. Так, навеселе. Он, видимо, был у своей подруги. Она им очень интересовалась и несколько раз звонила. Да, Дин? Да. Как зовут подругу? Дора. Дора Кабозева. Дора Кабозева? А, это такая черненькая, миниатюрная. Она огромная. За глаза ее называют бульдозер. Ей очень не нравится имя, поэтому она хочет, чтобы ее называли как меня, Диана. Дора Сергеевна, кажется, так? Дора... Или Семеновна, как? Сергеевна. Какая разница, Сергеевна Семеновна, Дора Бульдозер. Она что, подруга ваша? Нет. Знакомая. Раза два, когда Миша приезжал, приводил ее к нам. Они у вас ночевали? У меня семейный дом. У нее, значит, спали? Нет, у нее нельзя. Одна комната, ребенок и мать ее первого мужа. Они все вместе. Ну, откуда вы все о них знаете, если виделись всего два раза? Видите ли, я по вызову был у них на квартире, когда щенилась их собака. Михаил был у нас в гостях, и я предложил ему так, в шутку, поехать со мной помочь, если что. Кстати, там Миша с Дорой познакомились. А где Дора Сергеевна работает? Это вы меня спрашиваете. Пойдемте, майор, вызывайте их. Надоело мне в эти игры играть. Не сердитесь. Приятель ваш Миша Гончаков убит. И труп его найден недавно в районе аэропорта. Ужас. Роба. Роба. У нее же больное сердце. Ну нельзя же так вот сразу. Сами спрашивали, что случилось. Сядьте, пожалуйста, умоляю вас. Погодите. Я сейчас успокоюсь. Хорошо, что вы нам сказали эту страшную Сколько правду. Сколько лет Доре? 30. 25-27. 30. Живет где? Не помню. Извините, пожалуйста. Честное слово, не буду вас вводить в заблуждение. Не помню. Где-то на окраине. Когда хотите, можете культурно говорить. Но мы же не знали. Поймите нас правильно. Чисто психологически. Мы не были к этому подготовлены. Это изящная словесность. Мой коллега интересуется адресом Доры. Он понял, она очень важный свидетель. А вы что, не важные? Тоже важные. Я воспользуюсь телефоном. Пожалуйста, пожалуйста. Гончаков один приходил? Один. Что из себя представляет эта Дора? Какая она? Никакая. Как понять? Бегает, крашеная. Гончаков приходил с чемоданом? По-моему, без. Портфелем, ты что, забыл? Мы еще хотели туда посылку положить, смотрели, войдет ли туда эта посылка. Что было в портфеле? Я не помню. Две рубашки были. Электробритва там была, новые ботинки с узким носком, черный. Это все, что вы запомнили? Простите, что? Вы первым браком женаты? Да. А Гончакова знали еще до знакомства с вашим мужем? Да. Да, а что? Понятно. Ну, теперь давайте подытожим все. Итак, пришел к вам Гончаков где-то в середине октября. Точные даты вы, очевидно, не помните. Я как раз получила аванс. Это было 15-16 октября. 15-16 октября. Так, после встречи с Дорой он пришел к вам за посылочкой, взял ее, и больше вы его не видели? Нет. О чем он с вами говорил в тот вечер? Ни о чем. Так. Простите, как ваше имя, отчество? Владислав Николаевич. Владислав Николаевич, это действительно Мишу убили? О чем он с вами говорил в тот вечер? Говорил, что погулял с подругой хорошо, но Дору с собой не возьмет. Он сказал, что самолет с ней не взлетит. Как ваша девичья фамилия? Кузьмина. А отчество? Савельевна. Диана Савельевна Кузьмина? Да. А теперь Журавлева? Да. Владислав Николаевич. Ну что ж, уважаемый Журавлёв, постарайтесь теперь вспомнить все относительно Гончакова. Нас интересует все, абсолютно все, начиная с первого дня вашего знакомства с ним. Пожалуйста, к завтрашнему утру будьте готовы к разговору. До свидания. До свидания. Надо эту Дору сегодня же установить. А Журавлёва покойника к Доре ревнует. И он по пьянке Спиридону не Дору называл, а Дину. Что смешного? Сейчас и вы порадуетесь. Ваш помощник только что сообщил.
из Москвы. 23 октября по гончаковским аккредитивам получены все 7 тысяч в Адлере и Сочи. Им же, Гончаковым. Будьте хлебаемся. Черное дело, просвету не вижу. Там ДСК, здесь ДСК. То Дина, то Дора. Бульдозер один. Владислав Николаевич, пойдемте ко мне. Пообедаем. Жена ждет. Если что, знает, где мы. Пойдемте, это рядом. Хорошо. Обедаем. Вот к вам весна добралась. Да, да, я слушаю. Да, здесь. Пожалуйста. Это вас, Владислав Николаевич. Какой-то женский голос. Жена, наверное, совсем забыл позвонить. Да? Да, да. Да, прости, пожалуйста, закрутился очень сильно. Что дома? Нет, как у тебя? У меня все нормально. Что там дома? Что у вас дома? Пойми, я сейчас не могу говорить. Ну, я в гостях. Подожди, какие гости? Подожди, алло, алло, алло! Ну что, попало? А у вас, Ирина Георгиевна, тоже врач? Учительница. А вы замечали, Владислав Николаевич, что обычно у сыщиков жены и врачи или учителя? А вы, Ирина Георгиевна, простите, что преподаете? Литературу? Нет, математику. Всю жизнь математики боялся. До сих пор кошмарные сны снятся. А сейчас программа невероятно усложнилась. Мне ребят жаль. Вот у меня в 10 классе есть один мальчик. Дима Лебедев. Ну да, талантливый мальчик. В живописи, в поэзии. А вот в математике какой слаб. Я считаю, что надо как-то пораньше определять их наклонности. Еще в начальной школе. Чтобы потом не стричь всех под одну гребенку. Вот-вот. Хотим для них наибольшего благоприятствования. А получается, растим безмускульное поколение. И Рено вам второгодника не простит. Вот вы перетащите в следующий класс. На экзаменах подскажете, шпаргалку не заметите. Они это чувствуют, расслабляются. Да, про безмускульность верно. Вот я из деревни родом. Так помню, со всем пацаном мы с дедом сливы выращивали. Пожалуйста, прошу вас. Ну что, собирали их большие корзинки, запетки и на базар. Я за прилавком стоял, зарабатывал, доволен был. А сейчас? Почему-то считается, что детям зарабатывать ни к чему. Вот и сидят на родительских шеях. Неверно это. Вот, кстати, 17-я статья Конституции. Там ведь написано. Дедушки, бабушки, открывайте, пожалуйста, кафе, пошивочные мастерские. Прекрасно. А внуки, дети, выучив уроки, помогут дедушке с бабушкой. Вот, прошу. Зато и мускулы подрастят. Да только вот беда. Поди в финотдел, выпроси разрешение. Затаскают, замучают. Пропадет кафе пропадом. Лёш. Лёш. Давайте обедать. Да, остынет. Давайте обедать. Да, давайте. Пообедаем. А как хорошо было бы нам всем. Открой таких кафе в городе, чтоб 30. Замечательно. Домашнее кафе, собираются люди друг друга знающие. Там места для алкоголизма и хулиганства вроде бы нет. Так получается, что мы сами их в подворотню отправляем. Потом 206-я, часть 1-я, 2-я, 3-я. Чего-то ты, Лёш, сегодня разошелся. Ну, все, не буду. Все такие смелые стали. Разве плохо? По-моему, замечательно, когда смелыми становятся. А что хорошего? Вот у меня в прошлом году в 10-м Б школу закончил. Димка Григорьев. Димка Григорьев. Вы представляете, пригласили, ко мне на вечер приходит. И говорит мне, Ирина Георгиевна, я больше вас в 2 раза получаю, от самого винища несет от чертенка. Я ему говорю, ну разве можно в школу-то пьяным приходить? Он говорит, мне все можно, я гегемон, вот вам и смелый. Я бы такого гегемона за чуб оттаскал. Трянь какая. За чуб таскать старорежимно. А вот с работы гнать за пьянство давно пора. Пока не поздно. Попробуйте выгнать. Мастера с директором по инстанциям затаскают. Воспитывать надо,
А как алкаша воспитаешь? Я до сих пор в толк не могу взять. И ни один директор завода в толк не может взять. Почему пьяницу лентяю выгнать нельзя? А его зарплату передает другим членам бригады. Почему? Где логика? А вы можете себе представить, чтобы сельский врач или учитель пришел на работу с похмелья? Или в обед поправился маленькой? Все боимся произнести слово «безработный». Вот пирожки. Спасибо. Угощайтесь. Как же так? А где завоевание революции? А в том они, завоевание-то, что для рабочего двери всех предприятий открыты. Все блага, все права предоставлены. А гнать надо пьяницу и лентяя, который не работает, а еще рубаху на груди разрывает. Если я гегемон. Не гегемон он, демагог. Леша. Замечательно. Я слышу. Вам добавить? Да, обязательно. Да. Алексей Иванович, извините, докладываю, Дору Кобозева нашли. Она у нас. Спасибо. Что, уже? Ну, молодцы. Молодцы. Да, сейчас. Ну что, поехали, Владислав Николаевич? Дору бульдозер нашли. Пока не доем, никуда не поеду. Здравствуйте. 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 Здрасте. Вы Кобозева? Да. Дора Сергеевна? Да. Сидите, сидите. Скажите, пожалуйста, а вы с Мишей Гончаковым знакомы? Да. Так, я вас прошу, давайте подробненько вспомните, где и когда вы с ним познакомились. Давайте. Ну, значит, с Мишей я познакомилась у меня дома. Он с ветеринаром приезжал, у меня собака щенилась. Ну, слово за слово, так и познакомились. Так, ну, дальше, дальше. Ну, потом часто с Рудника привозил, продавал оленину. Оленину, я не знаю. Ну, деньги получил и говорит, может, посетим ресторан? Но там мест не было. Говорить, значит, негде. Ну, я его Григорием пригласила. Посидели. Сидите, сидите. Поговорили. Спасибо. Он потом, как в город приезжал, меня всегда через Григорьевых находил. Угу. Дора Сергеевна, давайте уточним. Кобозева, 1953 года рождения, родилась в Иркутске, сюда приехала 7 лет назад, здесь развелись, работаете в ателье МОД, живете с дочерью от первого брака и матерью мужа. Угу. Верно. Верно. А с Диной Журавлевой когда вы познакомились? С Дианой? Женой ветеринара? Да-да. А, ну год, наверное. Меня с ней Миша познакомил. А Мишу давно видели? С осени. Он как в отпуск улетел. Давно. А вы его в аэропорт провожали? Нет. Мы в таксомотор посадили. А мы это кто? Григорьев и Исаков. А, Саков. Саков. А кто он? Да вы сидите, сидите. Ну, они с Григорием вместе рыбачат. А, извините. А в чем дело? Ой, извините, вас не будет покурить? Извините, вас покурить не будет? Пожалуйста. Беломор курите? Да, а что, вы сигареты? Да, ну извините. Вспомните, пожалуйста, вашу встречу с Мишей Гончаковым, Дора Сергеевна, пожалуйста. Это когда было? 15 октября или 16? Я так точно не смогу. Вроде бы в октябре. Дождь со снегом шел, а я когда именно не помню. Ну, значит, он приехал грустный. Сказал Григорию, что летит на море в отпуск. Спросил, где я. Ну, не сказали, на работе. Ну, пришел, спросил, не хочу ли я с ним встретиться. Я ответила, а чего ж нет, давай. Ну, говори, значит, у Григорьевых.
Я ответила, ладно. Ну, он купил этот плавленых сырков, печенье, вина. Ну, все как полагается. У меня смена раньше кончилась. Ну, пошли к Григорьевым. Сидели, выпили. Пугачева слушали. А он никуда не собирался заехать по дороге в аэропорт? Ой, я этого не знаю. А в чем дело? А у него чемодан был? Был. У него еще, знаете, замок там на чемодане сломался. Он все боялся, как бы он в багажное отделение не открылся, потому что он тайтей, кредити высунул, чтобы с корешками вместе не везти. Так все советуют. Корешки от чеков побрось. А он вылетал ночью? Вроде бы ночью. А почему же вечером рано уехал? Ты поди таксомотор поймай. Ага, у Григорьевых телефона нет. На коем телефон? Они ж повара. А потом долго сидели? Нет. Запись еще маленько. Послушали и разошлись. А Саков? Он первый ушел? Нет, Саков остался. Он промерз, когда этому таксисту помогал мотор чинить. Миш все переживал, такси есть, а не едет. Ну, а Саков помог и остался у Григорьев, значит, это чайку с коньяком попить. Ну, а я пошла к ребенку там. Надо узнать, как там. А в чем дело-то? Да дело в том, Дора Сергеевна, что Мишу Гончакова в тот вечер, когда он от вас уехал, убили. Проходите. Проходите. Товарищ полковник, вас ждут. Это я вас жду. Вас что? Коньки похитили? Нет, я из газеты. Ах, вы из газеты. Ну, здесь неудобно разговаривать. Пойдемте в буфет. Прошу вас. Я у вас много времени не отниму. Жаль. Как всякий лентяй, я обожаю, когда мне мешают работать. И отнимают много времени. Так кому я в этом смысле должен быть благодарен? Кире Королевой. Кира Королева. Красивое созвучие. Костенко Владислав. Увы, должен добавить Николаевич. Прошу вас. Сыр, кофе, пирожные здесь очень вкусные. Кекс. Выбирайте. Спасибо. А фигура? Фигура? Ну, завтра попьет чай без сахара, вот будет и фигура. Ну что? Ладно, уговорили. Сколько? 74 копейки. А вот, пожалуйста. Спасибо. Пойдемте. Пожалуйста. Не из кокетства. Мужчины, между прочим, кокетки имеют это в виду. Но времени у меня действительно очень мало. Минут 15, не более. Владислав Николаевич, в городе прошли слухи о каком-то кошмарном преступлении. Говорят, похищают людей. Говорят еще, что этим делом занимаются таксисты. Я сейчас была в парке. Вам-то они ничего не передают. А мне шоферы признались. План не выполняют. Их за это премии лишают. Детишки-клювики раздевают, пищи просят. Жены готовят кастрюльный бунт. Готовьтесь. Значит так. Коль по городу циркулируют слухи, да к тому же мешает выполнению плана, сие сугубо плохо. Думаю, пресса должна дать разъяснение трудящимся. Оно может звучать следующим образом. Совершено разбойное нападение и убит гражданин В. В начале весны этого года. Органы милиции и прокуратура ведут расследование обстоятельств преступления. В ближайшее время обвинение будет предъявлено подозреваемым в организации разбойного нападения. Но это не очень интересно, Владислав Николаевич. Просто даже совсем не интересно. Я ведь из молодежной газеты. Хочется так рассказать, чтобы мой материал читали. А вы знаете, как надо сделать материал? Как? Поговорить с инспекторами, поезжайте с оперативной группой на происшествие. Короче, наберите побольше фактов и включить туда этот мой комментарий. Комментарий очень шабзикаем. В городе, куда не зайдешь, все только об этом и говорят. Лучше уж не подписывать три строчки. Дать как официальную справку. Вот этого делать нельзя, Кира. Знаете, был такой журналист в 30-е годы. Вместе с Гайдаром погиб. Михаил Розенфельд.
тоже, кстати, работал в комсомольской прессе. Так вот он говорил, журналист обязан подписывать даже однострочную корреспонденцию полным именем и фамилией. Вот так. Любите газету? Без нее нет жизни. Честное слово. Очень не люблю это выражение, честное слово. Владислав Николаевич, а почему? Все слова должны быть честными. Другие слова, получается, были нечестными? Разве не так? А у вас для меня время еще найдется? Трудно. А вечером? Вечером самая работа, вся информация стекается. Так что спасибо. Спасибо, да, или спасибо, нет? Спасибо, нет. А я, знаете, прессу задействовал. Вот знакомьтесь, Кира Королева, журналист. А это начальник вашего уголовного розыска. Майор Жуков. Очень приятно. Я там Цакова привез. Пропуск подписать? Зачем? Вы же советовали мне зайти к инспекторам и поехать на очередное происшествие. Вот это хватка. Ну, не забудьте про комментарий. Гражданин Саков, вы таксиста, который Гончакова увез, помните? Какого еще Гончакова? Ну, того самого Гончакова, с которым вы у Григорьевых познакомились в октябре прошлого года. Дождь тогда шел со снегом. Гончаков с Дорой пришел. Подождите, это черненький такой, курносенький, в сером костюме? Да, да, вот именно. Так а кто вас интересует? Оба. Таксист, в первую очередь. Ну, вы знаете, давно было. Боюсь, что-нибудь могу и забыть. Вообще, в моторе ковырялся, там у него свечи барахлили. Ага. Значит, крепкий мужик, лет 50. Волосы какие? С проседью, усы точно. Номер машины запомнили? Ну. Поймите. Нас все это интересует потому, что вы и Григорьевы были последними. Шофер, конечно, тоже. Кто видел Гончакова живым? До аэродрома, видимо, он не добрался. Труп нашли на полдороги. Вот ужас-то. Что еще помните? Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. По фотографии легко узнали бы? Узнаю, наверняка. В нем что-то такое было. Зловещее? Да. Нет, не так. Запоминающееся. Ага. Запоминающееся. Да вы что, меня подозреваете, что ли? Я выясняю обстоятельства дела. Извините, товарищ майор, не стойте, пожалуйста, у меня за спиной, а то мне как-то неловко. Извините, я вот здесь сяду. Да, пожалуйста. Повторяю, вы, Дора, Григорьевы были последними. Кто видел Гончакова живым? Теперь вы понимаете, почему я интересуюсь всеми подробностями? Ну, я ничего не помню, товарищ полковник. Спросите соседей, может быть, они вам... Спросили. А вы не помните, о чем шла речь у Григорьевых, когда вы пришли туда, чтобы проводить Гончакова? Товарищ полковник, вы знаете, я никуда не приходил. Никакого Гончакова провожать я не приходил. Я зашел к ним совершенно случайно. Господи, ну помог пьяному человеку чемодан донести до такси. В двигателе у таксиста поковырялся. Да вот... Гончаков этот, да? Вот он все время рассказывал о том, как он мечтает залезть в теплое Октябрьское море. Ага. Вот. Убейте, нет, убейте, больше ничего не помню. Убивать не стану, но попрошу напрячь память и сосредоточиться. Товарищ полковник, а вот вы бы смогли бы вспомнить подробности беседы, состоявшейся у вас полгода назад, с людьми, которые вам совершенно не близки? Трудно. Ну, так... Но если бы мне сказали, что один из этих людей убит через полчаса после того, как я посадил его в машину, вспомнил бы. Давайте, вспоминайте все сначала. Так, сейчас, хорошо. Сейчас, погодите. Так. Значит, пришел я к ним. Они за столом сидят. Ну, дым коромыслом, видно, с утра гуляют. Давно, во всяком случае. Так. Давай, проходи, садись, гостем будешь. Я говорю, нет, я не могу. У меня завтра свободный день, а мне еще грузило надо наделать. И крючки для форели посмотреть, они у меня блестят, надо бы покалить. Он говорит, не надо ничего калить, у меня есть банка с красной икрой, форель ее с пальца хватать будет, знакомьтесь. Вот мы и познакомились. Ну, этот Гончаков, он поддатый был, грустный какой-то. А может, и не убивали его, может быть, сам там как-то... Ну да, сам себя на части разрубил. Да... Идея никуда не годится. Ну вот что, гражданин Сакар, вы тут попытайтесь в
вспомнить как следует все. А когда вспомните, то, пожалуйста, позвоните вот по этому телефону. Товарищ полковник, понимаете, какие-то они оба безликие. И Дора, и Гончаков этот. Вот помню, она все время к нему приставала, он еще рукой ее отводил. Перестань, сказала, дай мне отдохнуть. Женщина должна отказывать, тогда она в цене. Дора обиделась? Нет, засмеялась. Чего ты, говорит, дурачок, от добра добро ищешь? Цени тех, кто тебя любит. Ну вот видите, как много вы вспомнили. А что было после того, как Гончаков уехал? Ну, Дора это ушла почти сразу. Я тоже посидел еще часок, ну, отогрелся там, вот, и пошел домой. Да, вот когда я выходил, напротив у них в квартире сосед, Женя такой, вот он нам сказал, парни, есть возможность достать японскую леску, входите в долю, вот. Вы вошли, конечно. Да, и я, и Григорьев. Деньги сразу отдал? А он не деньги просил, коньяк. Чудовищная у нас профессия, Жуков. Прежде чем отвезти человека, должен подозревать его, даже если он не симпатичен. Чего ж дважды об одном и том же? Миша уехал, Дорка ушла, у нее дочь. Саков замерз. Он помогал шоферу машину завести. Здрасте. А, еще раз. Ну, потом я отпоил его горячим чаем, опять он ушел. А мы с Зиной стали посуду мыть. Когда Жене коньяк отдали? А вы откуда Женю знаете? Знаем. В тот же вечер, как ушел Саков. Женя еще зашел к нам и сказал, что можно достать лески, японские крючки. А Саков когда бутылку передал? Это вы его спросите. На завтра, наверное, потому что в субботу у него леска была. А Женя без коньяка не отдал бы, он не любит в долг давать. А Дора, она помогала чемоданы упаковывать Гончаков? Нет. Думаете, интересно ей на его грязные тряпки смотреть? Она любила его, жалела. А он? Мужик он и есть мужик. Что плохо лежит, то и возьмет. Ну, ладно. Ну, ладно, ладно. Дора к нему всей душой, всем сердцем. Вы Журавлевых хорошо знаете? Здравствуйте и до свидания. Это вы не подумайте чего. Просто он знает, что их терпеть не могу. Мужики, они все на эту Диану заглядываются. Саков от вас пешком пошел или такси вызвал? Пешком. Кто может подтвердить, что он пошел домой? Я. Вот он и подтвердит. Он портфель забыл, а я ему его отвозил. Что он делал, когда вы к нему пришли? Спал. Долго вы там пробыли? Отдал портфель и ушел. Ну, вы законы хорошо знаете? Знаем. Вот скажите, есть такой закон, чтобы одинокой бабе помочь? Мне ж за Дору обидно. Она Гончаку всей душой, всем сердцем. Ну, а он все по этой Диане вздыхал. Если бы вы видели Дору, лицо все при ней. И душа. Ну чего еще надо? Ну, ладно, ну чего ладно. Еще надо? Вы все, ну, Диана, ладно, Диана. Одна Диана. Ну, иди, иди. Кругом Диана. Иди, иди, Робертину давай заводи. Диану подавай, Диану. Ну, конечно. Портфель мне принес Григорьев. Я совсем об этом забыл. Извините за поздний визит, но нам необходимо уточнить еще одну деталь. До утра не ждет. Проходите. Супруг уже спит? Муж? На вызове. А в тот вечер, 15 или 16 октября, ваш муж был дома? Мы уже ответили вам на этот вопрос. Да, мы были вместе. Вы в тот день Гончакова в такси провожали? Нет, Мишу мы не провожали. Татьяна Савельевна, а вот с того дня никто не интересовался больше судьбой Гончакова? Никто не приходил, не звонил? Нет, 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 нет. Шофер был за рулем? Нас интересует, не поднимался ли шофер к вам домой? Мишу мы не провожали, шофер не поднимался. Значит, шофера вы не видели? Ну, я же сказала, не видели. И номера такси не запомнили? Конечно, нет. Не видели, не запомнили. Ага. Ну-ну. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Всего доброго. А если Саков выступит с лекцией перед шоферами? А что? Саков, технолог по металлу, вполне мотивировано. Виктор Петрович,
Слушай, собери-ка мне в пересменку водителей. Всех-всех, на лекцию. Да нет, нет, интересно, интересно. Да, и пригласим инженера. Угу. Да. Того таксиста среди них нет. Я внимательно посмотрел на все лица. Вы уверены? Абсолютно убежден. Вы меня извините, пожалуйста, тороплюсь. Конец месяца, план. Сами понимаете. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Саков утверждает, что того таксиста на лекции не было. Сколько человек отсутствовало? Пятеро. Фамилии запишите. Да уже. Их личные карточки можно посмотреть? Угу. Варвара Дмитриевна, будьте добры, принесите, пожалуйста, личные карточки Павленко, Чувствина, Моисеева, Мудрого и Букина. Да, еще. Стоп, стоп, стоп. Нужны личные карточки всех, кто уволился, начиная с октября прошлого года. И еще. Что, слышала? Ну, все, неси. Осаков-то где? План пошел выполнять. Конец месяца. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Я принесла? Давай сюда. Вот это по списку. А это уволенные? Это все отсутствующие. Отсутствующие. Павленко, Чувствин, Букин. Это Саков должен был смотреть. Зачем отпустили? Эти уволились. Новожилов, Финогенов, Белов. Фото нет. Миленко, Смирнов. Миленко Григорий Владимирович, 23-го года рождения, деревня Крюково, Сташковского района. А где Миленковское фото? Да было, Варвар. Да я и сама удивляюсь. Вообще-то Миленко был очень дисциплинированный, аккуратный шофер. Вот только в отпуск ушел и... Да нет, он уволился, а не ушел в отпуск. Ну, я посмотрю в шкафу, может, отклеилась. Да уж, не сочтите за труд. Еще. Нужны все прошлогодние путевые листы. За 15-16 октября. Погодите, погодите. Мы, в общем-то, вывешивали его на доску подсчета. Может, в правкоме что-нибудь осталось? Ну, позвоните. Алло? Правком? Александра Ивановна, будь добра, поищи, пожалуйста, фото Миленко. Ну, был такой шофер у нас. Да, вывешивали мы его. Да, поищи. Человек вез Гончакова.
Да. Да, он вез Гончакова. Точно. Евдокия Савельевна, кто это? Не знаю. Откуда мне знать-то? Это не ваш сын, не Гриша Меленков. Посмотрите хорошо. Мне 80, но я еще из ума не вышла. Какая мать своего сына не узнает? А у вас есть фото Гриши? Военные, до войны? Были. Куда делись, не знаю. Евдокия Савельевна, а вот здесь кто? Это я. Это мой муж. Угу. Это родители. А это Гришенька. Ему здесь сколько лет? 5 годков. Здесь тоже были фотографии? Были. Гришины? Гришины. Куда делись, не знаю. А он так и не вернулся с фронта? Бумага вернулась. Пропал без вести. Пенсии нет. Вот так. А Гришенька уж забылась. А чего приехал-то? Может, чего хорошего? Скажешь. Может, хорошее скажешь, а?